Хорош. Всегда. Вот так, всегда не по-детски слушай. Сухо, по-взрослому немногословно. Он говорит об отце. Но для Димы именно это жизненно важно, что папа хороший всегда. А как же иначе? Олег Трохов один воспитывает 16-летнего сына последние 12 лет. Ребенку с рождения поставлен очень непростой диагноз. Мальчик физически очень медленно развивался. Но принимать такое положение вещей Олег не хотел. Упорно воспитывал в сыне самостоятельного человека, полноправного члена обычной семьи. Дома трудимся. Рыбалку ездим. Как бы в подтверждение этих слов сами накрывает на стол и приглашает съемочную группу к чаю. Отказы не принимают. Готовились. Я печеньем занимался, он рыбкой. Но самое главное, что Олег скрупулезно борется с болезнью сына. А она принесла с собой множество сопутствующих. Сейчас у него задержка развития стоит, диагноз. Ну, что? За этот год он вырос. Там хорошо вырос. То рост отставал очень сильно. Ну, ничего, вроде лечимся. Они друг для друга друзья, помощники и, конечно, самые родные люди на свете. Именно Олег научил сына читать и привил большую любовь к книгам. В итоге широкий кругозор дал свои результаты. Дима победил во всероссийской познавательной фотовикторине «Города России» в номинации «Юный эрудит». В школе это стало новостью года. Хотя и без этой награды подростка здесь любят и ценят. Он внимательный к окружающим людям, к своим близким, к родным. И вот это вот, наверное, и привлекает нас к нему. Сейчас важно сделать упор и на физическом развитии. Для этого нужен, как минимум, самый обычный детский спорткомплекс. Начнут как с чтения, с малого. А пока Олег радуется тому, что вложенное им в сына становится заметно и окружающим. А значит, он делает все правильно. Елена Парфенова, Артур Гец, Вести Хабаровск.